Сегодня 16 мая, да? 2024 год. Сегодня последний день байк у меня. Точнее, я его платил, потому что бензин осталось полбака. Жалко было оставлять. Но 600 рупий стоит покататься день на байке с 9 утра до 9 вечера. Поедем еще прокатимся куда-то, забыл название, в туннель куда-то. Проблема этот, потому что с байком шел вот этот, но мне очень сильно жмет уши. А я взял машину розовую, все с меня смеются, но мне зато уши не давят. Но уши здесь зато сквозит, продувает сильно, надо шапочку одевать или что-то такое. Шапочку с собой взял, там дальше, наверное, пододену. Но шапочка толстая, тоже трудно, надо вот этот тонкий, этот, вот эту хуйню сейчас. Может, теперь поснимаем линейным, ребят. Вот это линейный, типа, самый стандартный. Картиночку типа не тянет, не кривит, да, ребят? Последний день на байке, покатаемся на линейном. Блин, как важно. А мы, ребят, представляете, уже здесь сколько мы, ну, почти неделю, да, и с Геной решили посмотреть ролики Фиша и Гринча, как они здесь путешествовали по Манали. И смотрим, Гринч прям по нашим тропкам ходит. Вот. И прям к нашему домику подходил, смотрел и ушли. Прикольно. Мы в этом домике живем уже четвертый. Да, и вот прикольно. Казалось бы, мы где-то там в жопе мира. Да. А на самом деле тут все уже побывали. Каждый кустик и сфотографирован. И видео и снят уже миллионными блогерами. Так что ничего мы тут нового не откроем. Только можем показать свою эмоцию на это все происходящее. Ну, на эмоции мы скупы, да, ребят? Поэтому показываем картинку, как и все показывают. Просто показываем, как мы гуляем. Да, вот кусты, вот там бассейн с рыбой. Там кафе около бассейна, можно покушать эту рыбу. Искать новые локации. Вот, да. Мы едем тоже на красивую. Да, локацию. Да, да. Поэтому... В кафешках мы стараемся. Сегодня мы едем, как это, Гена, называется? Я тебя знаю. Голода? Нет, нет, подожди. Тихо, какахи, ребят. Фух. Спустились уже. Сису. А, Сису водопад. Сису, да. На водопад Сису едем. Пыль откуда-то летит, какая-то пыль.
это я охуел. Вот это я охуел, блядь. Я уже начал задыхаться, казалось бы. Вот так вот, ребятки, вот такой был. Сколько километров, не знаешь? Да 19, по-моему, что ли. Нихуя себе, блядь. Сейчас уедем, да, дядька не разрешает. Вот такие здесь виды, ребят. Гляньте, где мы находимся. Охуеть. Охуеть. Вот где мы находимся, ребят. Сейчас фоткаю. Вот. Вот. Горы? А, горы. Вот так вот, ребятки. Вот такие горы, вот такие приколы. Подписывайтесь на мой канал, лайк, репост, ссылка на донат в описании. Солнце меняет наклон свечения, и горы приобретают каждый раз разный вид. Полчаса постоишь, и по-другому все смотрится. Тень от елок в другую сторону. Су 50, нормально, чё? Нормально, хотим. И вот, вот этот Хенкин Сидор вкусный, да? Аха, I need small bottle wine, peach, apricot, peach, да, вот это, cheap price, ну, 300 rupees, yes? Peach wine. 300? How much? 400 only. Four. Are you have 300? Peach? 300? Peach. Не, this apple. А, peach. А, are you have 300? Cheap. 300 bottle, no, another different bottle. 300, no, cheap price, cheap. 300 rupees, one bottle. You have? Maximum price, Сергей. 300? 400 only. Only 400, а что возьмем? 400 рублей, мне вот оно нахрен не надо, честно. Ну хотите, давай не будем тогда. Хотите, ну, берите. Ну, я думал, я за компанию тогда не буду. Не, я думал, мы вместе, тогда не надо. Пойдем, поехали. Я думал, мы сейчас бананчик это запьем, бананчиком закусим. У меня башка болит, это тоже. Понял. Наоборот, чаек вот интересно.
Ну вот написано ресторан. Куда кидаем? 150 рупий, ребят, 12 бананов. Янка будет, может? Или не будет? Я буду сразу. Где спросили, где дорога есть? Как раз до заправки 3,5 километра по пути на заправку и водопад. Я говорю, ватерфалл туда, вон вот. Река. Плав по реке. Где Гена с Машей? Сейчас посмотрим. А чикен? Чикен, чикен момо. О, чикен момо всего 200, а там вех момо 300.
А chicken momo possible? А это что это, бирьяни или fried rice? Yes, this is fried rice. Chicken momo possible? One chicken momo, мы... Бля, где они опять делись? And майонез, white sauce, майонез, окей. Ну, красиво выглядит. Сколько, 200? Да, 200, thank you. Chicken momo в коробке. И black paper. А я заказала chicken black paper. Fried rice. Black paper, да. Еще вот кофе 40 и chicken momo, гляньте их сколько тут, раз, два, три, четыре. Посмотрите, вот chicken fried rice. Офигеть, сколько, очень много. Огромная тарелка. Еще одну chicken momo, кстати. Да, ебать. Ага. У нас сегодня праздник. Thank you. Да. Внутри с сыром? Да, чиз и сливочное масло. Угощайтесь. Угу. Я уже наелся. Я попробую кусочек, конечно. А видите, вот да, сыр плавится. А. Посмотрите, какие виды. Покушал, ручки помыл. Никто не против. Вообще бомба. Посидели в этой кафешке, отобедали. Sorry, how much money my заказ? One chicken momo, one coffee, one paratha, cheese paratha, one curd and thumbs up one. $390 Все на все. Ага, сценки. Ты что тут думал? Угощать. Был бы полтинник дал, полтинника нету, не буду давать. По горам проезжал и сюда смотрел, не мог понять что. А оказывается, сюда надо ехать. И здесь канатка, которая ведет через ущелье к водопаду, представляете? А там еще пешком надо идти. Это вообще какой-то кратер на высоте, на высокой высоте. Любят посигналить они сильно вот. Могу стоять в очереди. Стоять в очереди не пришлось. Туалеты пахнут, биотуалеты. Еще такое наблюдение, как для людей сделано. У нас бы, если такое было, то на подъезде сюда брали бабки. Огромная вот эта площадка. Отвечаю, брать бы за вход. Даже мне кажется, грешно не брать за вход. Здесь, пока мы тусуемся, совершенно бесплатно. Стоят эти ларечки, лепешки за шапку сухарей. Ну, любой вид тут, и сэндвичи, и тандури, все, что хочешь. И вот только канатка, по которой мы сейчас кайфанем, и всего за 300 рупий, что ли, человека, эта канатка привезет нас к водопадам. И все. Никаких денег. В России бы уже бы все вот тут за заборами, полицейские, донаты, шлагбаумы. Кстати, платной дороги ни одной нет. У нас бы уже там было платные дороги. Потом заплати за стоянку здесь. Здесь все бесплатно. Заповедник мирового масштаба. Спуски, ребят. А. Нет, дорого, expensive price. Three person, давай. 201. 2-301. Три говорит уже. Уже говорит 300, кажется. Да давай по 200 человека, 600 совсем. Короче, говорят, 500 человека. Вот так надо будет тут ехать. Надо спросить One way, блядь. Он левает. Сторона, как сторона? And come back, да? Окей. GPA possible или... Маш, иди GPA. Записывай. Это в одну сторону или в две? Не знаю. Непонятно. Виз come back, да? Виз come back. Прайс туда и назад? Так, ну мне же надо повесить эту штуку, да? Ну что еще это? Серьезный замес. Давай, как? Передом? Задом? А так?
А, вот так, передом. Офигеть, ребят. А. Ну, пали кап сыкара, жильди. На себе почувствую всю свою мощь своего жирного тела. Он меня так стянул там, что пиздец. Надо спросить, возможно, с... Генку наряжал. Молодцы, да, придумали сплав через реку. Вот с кого-то 500, с кого-то нас 200 взяли. Да не знаю, куда я тебе засуну его. Фу, вот это да, а шлем тут на месте. Рюкзак давай. Хорошо меня только прицеплять. Ноги вверх. Кахан базар гае, бай. Hello, ага, ага. Бол кахан рае, бай, кахан фоле гае. Ее Химачал лега во, бай. Нарсари Лансингер, искупаем. Ага, окей. Sit down. Ага. Yes. Юху!